Handmade инструмент делается для сложного доступа. Вот. Куется на холодную. Вот так закалялась сталь. Да что ж такое? Они все время очки наряд упали. Собственно, идея не нова. Вот мне американцы прислали. Вот еще в 2019 году катал их. И вот есть крючки для сложного доступа. Вот они. Потом. Видны тут они с размерами, с расшифровкой. Вот это аналогичные наборчики. Тоже всякие разные. Цены нас не устраивают. Опять же, хотим попробовать. Вот, пришел ко мне Женек. И вот практически на коленке сделали для вот этого от Камри капотика. Для доступа вот таких вот пару крючочков. Вот. Буквально на коленке. Это прототипы, возможно, будущих инструментов. В принципе, работают они. Ну, как бы обкатку пройдут. Что-то так, что не так. Естественно, будет понятно. Вот, что значит, из чего сделано? Вот это я держу в руках от иномарки, от Hyundai на разборке торсион заднего багажника. Вот, очень хороший металл. Вот, он в диаметре у нас 8 мм. Вот эта сталь пищевая я покупал, у нее диаметр 5 мм. Ну, имеется в виду диаметр прутка. Ну, а там кто как, опять же, отзовитесь. Кто с чего делал, как, чего, кто-то что-то подскажет. Вот, мир же не берет добрых людей. Опять же, я тоже снимаю свои видео, делюсь с людьми, чтобы кому-то была польза. Понятно, что это видео не для тех, у кого есть инструмент, или те, которые заказывают инструменты за границей. Вот, открыли каталог, глянули, ага, о, надо, открыли там, надо, вот это тоже надо, и люди просто берут и работают. Да, хорошо бы, но если вот этот каталог сложить, я не знаю, по-моему, тут сумма будет просто сумасшедшая. Хотя вот один, это... Довольно демократичными ценами и хорошим качеством обладает инструмент. Ну ладно, я отвлекся. Надо работать.